ДШВ всегда первый. Слава Украине. Путин хуйло. Алло, привет. Алло. Слышишь, ты меня? Я попал в плен сейчас. Слушай только. Мы приехали сюда. Как? Получается, мы сюда приехали, они нас обманули, что мы защищать приехали, а мы наоборот приехали сюда убивать мирных людей. Вань, ты чё? Женщин, детей. Вань, ты чё такое говоришь? Ваня! Вань, ты чё говоришь-то? Позвони жене Юрия Белокопытова и Юрия Амельяненко. Скажи, что пускай они позвонят на эту горячую линию и узнают, как забрать тела. Какие тела? Но их тела. Какие тела? Но их тела. Вас отпустят домой? Я не знаю, но я надеюсь. Как? Мне хочется вас обнять. Я... Ваня, ты обязательно обнимешь. Я вас так сильно люблю. Мы тебя тоже любим, нахуй, тварь, в пизду, ты приедешь и увольняешься, я не ебало переживаю. Я тебя так люблю, Ваня. Прости меня, там все будет хорошо, я уверена, пожалуйста. Все будет хорошо, Ваня. Простите меня за то, что я сюда поехал, то, что нам сказали убивать людей, верных жителей. Нет, ты родину защищал, успокойся, ты родину защищал. Да нет никакой родины. Нас всех обманывают. Они ни в чем не поверили. Мы родину, ты нас защищал. Ты нас защищал. От кого защищал? Во-первых. На нас никто не нападал. Это мы виноваты. Это наше правительство виноват.